треска, отличная промысловая рыба. Консервы из печени трески в масле, настоящий деликатес. Сегодня готовим суп из трески с помидорами. Полезный, вкусный и ароматный. Берем рецепт на заметку. Возьмите ингредиенты для приготовления томатного супа из трески. Треску вы потрошите, очистите, помойте и выложите в кастрюлю. Залейте треску водой и поставьте кастрюлю на плиту. Доведите до кипения, снимите пену и варите рыбу на самом минимальном огне минут. Морковь и лук мелко нарежьте и выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Припустите овощи на небольшом огне в течение 8 минут, перемешивая. Отварную треску достаньте из кастрюли и выложите на тарелку. Добавьте в рыбный бульон лук с морковью и нарезанный картофель. Через минут всыпьте в суп пшено, которое предварительно тщательно помойте. Выложите лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте измельченные любым способом помидоры. Варите суп до готовности всех ингредиентов. В готовый суп выложите отварную треску. Томатный суп с треской готов. Подавайте на первое в обед.